вернется. Сейчас Кире Дружининой 3,5 года. Она любит петь, учится играть на фортепиано, знает буквы и цифры. Но больше всего девочка хочет встать на ножки и сделать первые шаги. Правда, пока малышку останавливает сложный диагноз – детский церебральный паралич. Девочки родились недоношенные, и в 1 год нам поставили Кире диагноз ДЦП. То есть интеллектуально она у нас развита, ходит на кружки, поет, читает, но ногами она не ходит совсем самостоятельно. У нее, естественно, занятия ежедневные, не только где-то на каких-то кружках, можно так это назвать, но и дома. В свои 3,5 у Киры весьма плотный график занятий. 4 раза в неделю ЛФК, тренировки, занятия плаванием, вокал. Дома реабилитационная дорожка для ходьбы с поддержкой, занятия на мяче и другие физические нагрузки для развития. Сама переставляй ручки на синюю, раз, вторую ручку, два, и ножку, раз, и два. И живот вперед, тянем, тянем, живот вперед. Вот какая умница. Еще пингвиненок машет. Скорее, скорее, живот вперед. Мама и папа занимаются с ребенком по очереди. Иногда, насколько это возможно, помогает сестра-близняшка Мирослава. Результат от регулярных тренировок у малютки есть. Девочка научилась сидеть без поддержки, самостоятельно. Ну-ка, спинку, спинку держи. Спинку держи. 2 раза в год семья проходит реабилитацию в различных медцентрах. На очередном из таких курсов в Москве помочь ребенку встать на ноги согласились специалисты из Греции. Со слов родителей, операцию по удлинению сухожилий под коленками у нас в стране не сделать. Готов ее прооперировать. Эта операция гарантирует то, что она будет вставать самостоятельно. То есть сейчас, если мы ее посадим, она не встанет. У нас срок до марта, мы обговорили это с врачом. Во-первых, потому что Кира растет, и как бы ей сейчас это тот самый период времени, когда ей это нужно сделать в силу возраста, чтобы она сейчас начала вертикализироваться. Если это не сделать, могут организоваться подвывихи, вывихи и так далее. Операция назначена на 1 половину марта, но пока семье не удалось собрать нужную сумму. Само лечение плюс перелет обойдутся в 2,5 миллиона рублей. Из них собрано лишь 500 тысяч. Родители малышки просят всех неравнодушных поддержать их семью, чтобы исполнить заветную мечту девочки – ходить самостоятельно. Если и вы готовы помочь маленькой Кире, средства можно перечислять по номеру телефона мамы, который вы видите сейчас на своих экранах. Любая сумма – вклад в счастливое будущее девочки. Мария Костолева, Андрей Печоркин. День с толком.